О, дом фальцетом такая тема пришла в голову, короче. Наполнить полную грудь воздуха, чтобы, ну, типа, создать воздушную подушку, все равно же на фальцет идет на кончиках губ и в голове. А тут получается как воздушная подушка, как опора. Воздушная подушка. Всю грудь наполнит. И погромче это. На этой подушке там легко давить с нее. Ну, типа такого. Соль. Ну, это не суть. Главное, что... Ну, да, задержит, ставит третий. Чего так? Такая тема, наполнить полную грудь воздуха и все заполнить, и создать как на ней к воздушную подушку для невесомого фальцета. По-моему, хорошая тема. Мои предположения. Экспериментирую, не умею петь фальцетом. Полным звуком игру и миксом умею, фальцетом учусь. Вот такая вот тема такая возникла. Еще не было такой темы у меня. Короче, вот так. А когда, короче, поднимаешь руку на улыбке, то выше нужно петь. Яблочко! Можно улыбки, а потом еще нос прижимаешь еще выше, вот так. Это просто вытянуть так. Потом улыбка еще. Так вот такая тема.